Посижу часок и выдам что-нибудь личное, знаешь. А ведь я не видел тебя уже несколько лет. Может быть, у тебя теперь есть дом и семья, почему бы и нет? Быть одиночкой легко, если хранишь в шкафу скелет. Но для тебя я бы точно этого не хотел. Нет, родная, люди жестокие и злые, как никто это знает. Надеюсь, что никто из них тебя не обижает. Поверь, где бы я ни был, я часто тебя вспоминаю. И ищу себе тем, что тебе тоже меня иногда не хватает.